Я гниду не ем, извините. Ты хочешь хп восстановить? Не, это очень срочно. К максимум 150, знаешь об этом? Гни вообще-то, кстати, есть где-то. А, на. На. Блин, одной не хватило. Еще одна у тебя была. Нету. Камень есть? А если найду? Мне ты дайте. Иди сюда. А веточки тоже ты посадил? Да. Нет, они вот так вот растут, знаешь, целым полем. Да. А как ты додумалась до этого? А дерево тоже ты посадил? Нет. Ну что, дерево здесь растет тогда? Сруби его. Оно мешает виду. Да нет. Дай мне камень. Я камень жду. Сейчас. Камень. Камень. Точно? Да. Да не бегай, я не могу тебе дать, как ты бегаешь. Это не камень, это кремень. Камень. А, такого не имеем. Камень, не кремень. Камень. Камень не ровно кремень. Кремень, а кремень. Нет, да. Жуй их, не воруй, типа, да? Да-да. Ты с водичками сходишь? Нет. Я не понимаю, где она происходит. Прудиков? У меня нет прудиков рядом. Какой ты злой. Я, кстати, иду в направлении прудика, если что. Я только... Да. Я уже на прудике, если что. Ну, так всегда ты. Да... Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, успел. А, у меня был факел. Вот я дурак. За мной опять ваза бегает. Скажи ей за тобой бегать. Ты же у нас цветочный магнат. Пусть за тобой бегает тогда. Как тебе вариант? Что у тебя и так? Со всеми растениями поговорить, а ты? А я? Чё я? А ты мне не помогаешь с ними разговаривать. Офигенно. Ты хоть с ветками не разговариваешь, надеюсь? Нет, с ветками я не разговариваю. Ну, хоть с ветками не разговариваешь. Ну, хоть что-то. Да. Когда ночь закончится, мне уже устал от неё. Чё-чё-чё, ещё немного. Да мне надо камень порубить. Но что-то не рубится. О, у меня подарок появился. Везет тебе, везет. Че, мы дерево идем убивать? Ты его нашел? Нет. Зачем тебе автомобильные перчатки? Ты не водитель. Да ладно. Да? Не нравится? Не знаю, странно. Водителем стать решил. От скуки-то. Да, от какой стуки? Че? Ушел от меня. Кого? Ушел тут от меня. Чё делают? Ушел, говорю, от меня. А теперь еще говорит. А ты руби деревья, я пойду убить эту штуку. Я выращиваю деревья, я их беру. А ты руби их, а не выращивай. Нафиг нам выращивать их. Блин. М?
Прикинь, у тебя будет все на базе. И что будет? Будет лучше. Все, находить придется. Так для всего нужны эти всякие штучки. Это слишком много ресурсов. У тебя столько не будет. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я веду к тебе бригаду. Поможешь с ней? Сейчас я поговорю с растением. Не-не-не-не-не. Тебе надо сначала с бригадой помочь. Они тут топчутся у меня. Нет. Это ты топчешься у них. Не бей только, не бей, не бей, не бей. Они за тобой побегут, подожди. Пусть они назад побегут. Сейчас они устанут бегать. Когда-нибудь они точно устанут бегать. Ну. Да я не знаю, когда, что. Хоть навоз есть. Ну вот, я тебе говна принес. Спасибо. А вот, да что за дела? Чего они от нее не отстают? Я впервые вижу, чтоб они так долго бегали за кем-то. Блин, они сейчас ее убьют! Нет! Так они ее убьют, не меня. Я чё? Я живой. А ветка есть? А, есть. У меня есть. А, да, я бегаю, все равно умерла. Ну ладно. О! Это то, что мне нужно. Это мне поможет, это мне поможет. У меня от свиней остается много всякой дичи. Я кушать хочу. А что, зима наступает? Ход зима наступает. Ну видишь, камни нагреваются. Нет, они всегда нагреваются. Я просто слишком ред... Мифу? Не бьем. Почему? Пусть стоят. Я штаны нашел. Штопаны. Да ты как умею. Во, видишь? Отдыхаем, чаим и бифова призываем. Одного. Сейчас будем его бить ногами все вместе. Подожди, это спустится. Да я тоже ничего не делаю. Так что мне нормально. А ты сундук уничтожила? И это я уничтожу. А, не, он у нас. Подержи бифора. Поставь ее рядом с ним. Зачем? Ну постой. А то они все вместе побегут. Поставим с ним сейчас я кое-что сделаю. Все. Давай бить его. Стой. Давай бить его. Нормально. Не знаю, зачем нам попали шерсть уже. Ведь ее так много. Ну да ладно. Зато мне хватает создать шапки. Я, короче, нам на скажение две шапки создал. Че, нам еще броня нужна будет? Че еще надо будет? Прямо вот это заканчивается.
А где еще один шлем? А вот он. А я тут делаю все, чтобы выжить. Вон, лучше рыбалка бы занялась бы. По приколу. Так, а чё? Там нападают. Там штука нападает. Ай! Меня хотели убить. Убавь свет. Не настолько же. Чё? Не настолько же, говори. Потому что. А зачем? Когда зима начнется? Алло! Я зиму жду. А камень получится, потому что он типа носишь его и просто такой получится. Не, он просто так не получится, я понял. Нормально, пусть лежит тогда. На! Это гней. Ты что, еду научилась готовить? Нет. А что у тебя готовится? Халяу! Что у тебя готовится? Что это такое? Ну ладно, раз... раз это я приготовил, то хорошо. Ты че смотришь на меня как бабка? Я честно. Смотри, у меня урожай пошел, смотри. Мясная похлебка есть. Боже, сколько ты говна в это вкладываешь? Да, бля, в прямом и переносном смысле, сколько говна в это вложено? Нормально. Нормально говна, да? Мне тоже кажется. На, говна. Я еще говно тебе дал. На, я не знаю, куда ты его там. А дай мне дерево и этот. Че ты мне еще? И что-то я еще просил. А, вея, этот, трава. Так возьми, ну все, ну так. 23 мало, кстати. А че 23 так мало? Ну да ладно. И что мне делать теперь? Идти еще траву искать? Мне не хватит просто, по идее. Слушайте, травы надо. Я не знаю. Ну смотри. Где? Ты где? С лесом делаешь. Вырубаю. Призываю. Ты что делаешь? Помогаю. Это не помогает призвать босса. Мне кажется, это одобряет его. А я не вижу эту фигни. У меня нет, например. Ну смотри, бревен мне много надо. Дай мне крем, где же крем? Кого? Крылья? Кремень. У меня нет кремня. На. Да не эту, ты чё? А в чем прикол? Типа, у меня есть какая-то зубчатая деревянная броня и обычная. Непонятно. Не смотри, вижу разницы. Иди сюда. Иди чё сюда, смотри, какая мне чудесная книга. Иди сюда. По военную? Да нет, ну иди сюда. Ты да подожди, 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 подожди. Вот тебе я тебе броню набросал. Какой ты это? Подожди! Лично не смотришь. Куда смотреть? А у тебя есть типа веточки? Да, есть. Это с помощью книги? Да. Какой книги?
А мне теперь ЕС надо убить. Я могу тебе 23, 22 палочки и так дать. Не, мне не надо. Спасибо. Единственное, что можно... Кстати, мясная похлебка готова. Мне просто интересно, что это. О, она 12 хп восстанавливает. Я готов ее кушать. Надо ее готовить, пока мясо не истекло. Где еще? Смотри, короче, я две мясные биты создаю. Краду их тут. А, нет, не тут. Проводи их надо. Две похлебки тоже в холодильник положу. У тебя телефон закончился. Хочешь лайфхак, да? Как ты такое? А, че ты, ё-мо. А кремень, верни кремень. Один хотя бы. Дай я тебе половину дам, а то ты не умеешь половину одеть. Стой, на, подойди ко мне. На, я тебе половину даю. Половину себе. Это не половина. На. Один, да. Да на, боже. Все. Я тебе половину дал, и я все. Короче, когда появится босс, смотри. Смотри. Иди сюда. А куда шапки делись? А, нет. Куда шапки делись? Ты их ходила? Ты их взяла? Куда? Да? Верни шапки, жуик. Положи их обратно. Короче, босс появится, берешь одну шапку, берешь одну броню и этот биту в этом холодильнике. И пойдем месить босса. Да, но можешь сразу одеть шапку и броню. Шапку и броню одевай. Да, одевай шапку и броню. По идее появится кол. Я убью много. А эти сожженные деревья есть шанс, типа, то, что он появится от сожженных деревьев? Я не знаю. Я тоже. Я готов к битве, мне все вон. Я пошел убить и готовиться к битве. Мне главное, чтобы он не ночью заспавнился, будет неприятно. А ты можешь костёр возле меня? А ну вон. У меня есть костёрчик. Я не могу костер делать. Да не надо настолько сильно костер, что за дела. Че, телефон йок-йок сказал, да? Да-да. Нет. А, ты просто вырубил? Нет. А что тогда? Вообще-то все работает. Ты меня обманываешь. Нет. Да. Ну ты же спросил, как я это понял, когда ты спросил, как я это понял. У меня тут лапки пристают. Я не знаю, что у них тебе пристают. 41. А помоги мне деревья, а, ну ладно. Только не сажай деревья. Я их сжигаю. Не, сжигать их тоже не надо. Я шишки сжигаю. Я просто хочу, чтобы он энд заспавнился, и мы его грохнули. Я не думаю же, то, что самый сложный босс... Ну, точнее, один из самых сложных боссов будет спавниться из деревьев. Это будет тупо. Типа, самый легкий способ призыва и, типа, вот так вот. Будет очень странно, короче.
меня ягодки подзреют. Где? На. Не понимаю, что надо сделать. Пол леса вырубить? Вообще весь лес вырубить? Посмотри, что я сделал. Пойди, моя часть леса. Да я вижу. Мне уже даже интересно, заспаунится он или нет. Буду детей рубить, маленькие елочки, короче. У меня уже третий топор говорит йок. Где блин еще прилудик? Сверху, прям над нами. А, стоп, ты сказал избегай? Где? А, ну сверху над нами прям. Мне кажется, деревьев настоят пьет хватит. У меня, кстати, шиза почему-то. Хотя 115 рассудка. Не понимаю. Как заспавнить тента? Что надо сделать? А зима когда начинается? На 20-й день? То есть на 20-й день она начинается, и 10 дней после зимы первый босс приходит. Кстати, дофига дней. Я думаю, мало дней дается на этот, просто из-за того, что, типа, мало знал об игре. Ну, типа, ты думаешь, что, типа, блин, что-то мало времени, типа, по факту времени-то много дается. Ну, типа, я спокойно сейчас, спокойно жить могу до 20-го дня. До 20-го дня. Ну это потому, что у меня еще перс имба. Меня демон защищает. Я тебя гни нашел, кстати. Я не очень понимаю, где мои деревья. Точнее, где мой энд. Я его все призываю, и что-то не призывается, короче. А если вместе рубить, то быстрее будет, интересно. А что золотой цветок дает? Не помнишь? Не знаю, у меня тут на огороде вообще столько всякой. А где ты их берешь вообще? После семян. А, ты после семена сажаешь. Я с утра до ночи рублю, и что-то пока ни одного босса. Сколько надо рубить? У меня на последний топор осталось Иисус. Ладно, на два топора еще хватит. Проблема в том, что бита заканчивается. Боже, с этой вырубкой с ума сойти можно. Есть такое. Рассудок уже понижается. Ну ты пойди в мою часть леса, удивишься. Не знаю, ни одного символа того, что этот сейчас энд появится, типа. Вообще ничего такого даже нет. Апокалипсис. В смысле? Ты видел, что происходит? Нет. Я просто рублю, я не знаю. Ну ты просто рубишь, но тут думал, спеши.
Шлёчки. Ты только шишки не сажай. Да не сажаю я шишки, я не костюм как-то. Да я просто не знаю, жесть какая-то. Ты что, за мной решил все подобрать? Да. Сколько дерева я нарубил? Я случайно рубить начал уже. А все, я сейчас соберу в кабинете. Ставлю стакели. А сколько в стаке? 20. Где-то 40 будет. Да? Да? Уже больше 40. Проблема. Я не знаю, босс не призывается. Надо загуглить, как призвать энта. У меня мясо гниет в инвентаре. Я что-то забыл по нему вообще. Ну вон. А, это у меня еще 20 дерева, если что. Помню об этом. Ай, свет кончился, свет кончился, свет кончился, свет кончился. Нормально, свет есть. Рубить можно дальше. Пауки еще нападают. Ну, ты можешь ко мне подогнать их. Интересно, нам обычного копья хватит, чтобы убить? Кстати, у мясной биты оказывается не намного больше урона, чем у копья. Хотя, если с каждой тычки считать, в принципе, больше. Вот он! Не вовремя, блин, ночь. А мясную биту возьми, мясную биту возьми. А зажги костёл по всене, а то мне темно. А ты у себя выжигаешь, да? А, все. Пусть идет к нам. Сейчас день начнется, тогда поделимся с ним. Мясная битва в инвентаре в этом. Вот здесь. Мясную битву здесь возьми. Че, где гол? Файтинг? Поехали. Просто бей его. Я надеюсь, выживу. Ой. Я еще живой. У меня 90 хп. Живем. Опа! Первый босс повален. О, ты просил живое дерево. Вот оно. Спасибо. А ты умер? Нет. А. Вот что значит подготовиться, ура! О, смотри, я кукурузу вырастил. Пипу вырастил. Стоп, а с него только живое дерево? В чем смысл, босс? Иди в кулинарку мне готовь. Он, кстати, почему-то ударом мне еду снимал. И что мне с этого готовить, как я с... Господи, что это за говно? Сейчас, подожди, это я еще не все подобрала. У меня тут пицца. Так это нельзя готовить. Да давай. Так ты кукурузные семена мне дала. Зачем мне кукурузные семена? И семена зачем обычные мне? Эм, чё? Ты мне обычные кукурузные семена дала. Ой, давай тебе тыкву, блин. Еще вторая тыква. Семена я просто положил. Да, вот картошка. Ты опять семена дала, пушистые семена. Ну ты много семена, семена мне нужны. Это рататуй будет, говно какое-то из твоего говна. Я еще томат вырастила. Из твоего говна говно делается. О, я нашел блюдо. Все, ладно. Нет в холодильник, как мне. На тебе семена. Но мне места нет для твоих семян. На, возьми их. Могу, у меня место полностью. Вел, у тебя кажется этот. Да ты можешь их бить, алло. Не хочу их бить. У меня проблема.
Все. Еще. Ай. Вот еще одна. Мне кажется, это слишком изи стало. Где у меня птица сожрала семечко? Ой, кстати, у меня шиза на 64, а можешь мне что-нибудь сделать со мной? Где цветы меня? Есть? Цветы есть? Цветов нету. Почему? А нет, один есть, лепесток. У нас на базе кавардак. Да какой один? Зачем мне один? Мне для этого нужен. Для фигни всякой. Понятно, где. Шестеренки есть, шерсбифы. А чё, где зима моя? Лоу, 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 лоу. Где ещё вот мне семена давал? Какие? Не знаю, они в холодильнике все. У меня мясо испортилось, вот это обидно. Острые семена, надетома, обычные семена, шоколадные семена. Блин, у меня просто шиза начинается. Я не знаю почему, кстати. Потому что мы босса убили и чё? Как-то странно, короче, получилось. А, я пошел, короче, этот, у меня пошел в ночь. Не без факела, без силы. А, не, у меня есть факел, ладно. Эх ты. Мне оказывается, Абигейл умерла. Где-то. Наверное, пока... Билась. С кем? С гончиком? Да? Нет. Да-да. Да, да, да. Да, мы только с гончими и были. Где мне цветы найти? Не знаю, у меня тут с цветами все нормально. Так у меня-то их нет. У тебя есть цветы, в смысле? У тебя цветы есть? На грядке, да. Ну, у меня просто шиза. Да, и у меня тоже. Ну, а что делать будем? Искать цветы? Ну да, надо бы. Ну да. Странно, не понял, мне типа дух показывает, что-то показывает, короче. Пауками, пожалуй, драться в ночи не хочу. Вообще ни капельки. Почему? Да так, грибы пауков просто. Нифига у тебя солнце. Алло, ты что там на всю карту светишь? Я до конца руки дошел. Тут еще одна, помоги, пожалуйста. Она тушит! Ладно, живем. Стоп, а если живое дерево прожечь костер живым деревом? Что будет? Что ты мне рататуй тут делаешь? Алло, рататуй несъедобен, если что... Помидоры всякие наложила, блин. Тефтеи делай. Короче, чтобы делать тефтеи, нужно 3 ингредиента и какое-нибудь мясо. Любое мясо. Ты можешь лепестки складывать вот сюда? Куда? Так они там вянут. Ну,
А потом гней получается из них. Ну, у тебя как обычно. Проблема на проблеме. Нет, я потому что факт. Они там вянут. Они, кстати, оно повышает рассудок, что если здесь стоит. Только надо 4 штуки лепестка, чтобы в ней было. А что за шапка гения у тебя? Алло, Матроскин. Это что? А, это та, помню, это та шапка. Да. Я могу какие-нибудь модные шапки создать? Я могу модную шапку. Самая лучшая шляпа называется. Но я не знаю, что она делает. Ну, давай посмотрим. Как называется? О, удобно. Она тоже повышает рассудок. Да. Да. Немного. Ну, мне его 46 уже. Ну, на. Да, я себе сделаю. Да. Чё ты сделала? Цветочную? Нет. Цилиндр ты себе сделаешь? Да. Как ты его сделаешь? Ты знаешь, из чего он готовится? Пока нет, я складываю весь клеточный. Так у тебя нет паутины. Так что... На! Господи. На паутину. А? На паутину. Ты знаешь, что у нас тут какой-то ясной погром? Ты видишь, у нас что с лесом произошло? Ну да. Ну да. Слышу, чего? Зачем? Так они... А-а-а, они у меня. Я занимаюсь. О. Чё? Работа пошла. Смотри, шишечки. А где трава, не трава? Кстати, сейчас этот... сейчас закончится сезон, и цветочки мы не сможем собирать. Их просто не будет. В этом есть некая большая проблема. Вам не кажется, месье? Да-да. Да-да. Не, серьезно, в этом есть большая и в то же время маленькая проблема. Мне кажется, нам мало одного холодильника. Сделай два холодильника. Не-не-не, я за цветочками. Крыса! Да-да. Так тебе надо всего два золота, Алла. У нас два золота на базе, кажется, есть. Я вон зато с своими цветами говорю, а ты... Жесть, какой цирк на экране происходит? У меня опять 19 ягушачьих лапок. Мне кажется, Вера, твоя готовка бесполезная. Я просто добываю ягушачьи лапки, и мы... Этот... И мы из них делаем все, что можно, да? Да ты только ими питалась, нет? Да. Да. Да? Да-да. Да-да. А как правильно? Виви? Привет, Виви. Виви. Просто Виви, короче.
Я не знаю. Виви. Боже, цветов нет. Я сейчас уму. Ладно, у меня 9 есть. Зачем мне цветы, напомню? Понял. Мне, оказывается, они не нужны были, у меня же циндов есть. Ну ладно. Засуну их в эту фигню. Можно с вами играть? Да не, мы ни с кем не играем, мы в первый раз. Если бы боги бы не в первый раз играли, может быть, с кем-нибудь. Вот. Ну как в первый раз? Почти в первый раз. Поэтому вот. Нам хотя бы самим понять игру, короче. Спасибо за подписку. А ты, кстати, слышишь? А, да, ты не... А, ты не слышишь эту музыку. Свою любимую. Свою любимую? Свою любимую, да. Я ты... поливаю растения ты своим. Не... Ты не помнишь музыку покемонов? Блин. А почему Гагона у выживания? В смысле? Что это значит? Тут есть Гагона? Мы таких не видели. Ты соло? Нет. А чё, Велу не слышно? По идее слышно. Быстрее ко мне. Стой, постой. По идее слышно? А поговори что-нибудь? Да, тебя слышно. Не знаю. Нет, меня не слышно. Отстань, тебя слышно. Я молчу. А, может... Комментарий это... Нет. Да все, иди куда-нибудь. У меня просто этот, не дофакивает что. А мы с одинаковой скоростью ходим, так что не все. Да, господи, бомж, Мария. О! Это мое. А если он за тобой идет, ты знаешь об этом? Я просто не знаю, зачем, куда я... У меня нет сей. Знаешь, это как у самураев. У меня нет сей, у меня есть только путь. Может, Брихова поджечь? Не надо их поджигать. А, кстати, зима же наступила, нет? Кстати, зачем тратить факел, если у меня есть Эбигейл? Единственное, что имба, я считаю, это типа Эбигейл в игре. Что-то слишком... А! Она, во-первых, светится, во-вторых, бьет всех, и в-третьих... А, ты два сундука создала? Там их три в итоге. Ну, я понял, ну ты два сундука создала. Я сейчас. Да у меня просто слишком много вещей, я сейчас подохну. Зачем тебе подыхать? А где вопрос, зачем тебе подыхать? Вопрос такой. Я хочу найти эти, блин, цветочки. Кого? С Ясутра вообще. Да у меня есть цветы, попроси. Я их что, зря искал? Нашел первый цветок. Я нашел все цветы уже давно. Очнись. У меня только твои семена, мне, кстати, что-то нужно. Ай-яй-яй, чуть, блин, монстра лазанью не создал. Я, кстати, факел зачем-то трачу, ну да ладно. Я тут-то? А есть какие-нибудь рецепты, кроме пяти лапок и кроме какого-нибудь еще говна? А лучше рецепты, которые жизни восстанавливают. Тефтей, да, тефтей имба. Ну, типа, тефтей из всего делается почти. А когда зима? На 20-й же день должна начинаться, нет? Почему зимы нет? Не вижу зиму. Мне, кстати, шлем пока больше не нужен. То, что... А, ты тоже сбросила шлем, да? Да. А, ну так после ночи. Я понял. На, тебе пески твои. А чё тебе шляпа, чем тебе не устроила, в смысле? Она мне не повышает. Почему? Не знаю. Мне повышает. А тебе не повышает? Дай мне свою шляпу. На.
Тебе хватило? Тебе хватило? Да, да, да. Я тебе еще один пост могу дать. Не, у меня есть. Один лишний. Да, посади его в этот... А почему он ей уменьшает рассудок? Че за прикол? У меня повышает на 3 рассудка. А сколько у тебя стоит? А дай мне на секунду свою шляпку. Я посмотрю, насколько твоя повышает мне. Я тебе отдала шляпку. Не-не-не, свою, которую цветочную. На секундочку. Я просто посмотрю, насколько она мне повышает. Мне показать ей есть. А, на, я вернул, на. Она очень слабо мне повышает. Не знаю. Странная дичь. Носи с голодостью. Не знаю, зачем она тебе. Второй холодильник, я, кстати, не знаю, что. Можем создать, но, блин. У тебя есть... Чё, а что там надо? Золото? Золото у тебя есть? Кустик вянет. Не повезло кустику. Я, кстати, бы тоже это все говно бы сбросил. А, у нас есть золото. Ни одного комментария от этого человека, но все равно спасибо за подписку супер что-то там, я не успел прочитать свои.